головой крыша, а выше кто-то кричит в голубой борозде. Там среди внедорожных знаков я вижу, едет огненный аист в своем внедорожном гнезде. Ему нет дороги, лишь путь на запад. Колеса месяц земли бирюзу и слепят так, что нельзя не плакать. Вот бы хоть раз посмотрел, как мы тут внизу. Внизу, внизу, внизу. Здесь внизу, где по кривым дорогам в поисках света, воды и Бога, в странном танце, сломя голову, в железных ранцах, одетых голых, тащит людей земля. Из пункта А обратно по кругу в пункт А. Тащит людей земля. Из пункта А обратно по кругу в пункт А. Над головой крыша, а выше свет в тумане и два огня. Это две габаритных звезды. Смотри же, он уехал, но завтра он здесь с новой порцией дня. Огненный аист, странная птица, не жди от него ни детей, ни чудес, разве только лишь улыбки на лицах от того, что чуть-чуть теплее становится здесь, 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 здесь. Здесь внизу, где по кривым дорогам в поисках света, воды и Бога, в странном танце, сломя голову, в железных ранцах, одетых колых, павших духом больных, здоровых, самых старых и самых новых, грустных, добрых, злых и веселых, от первого до последнего слова тащит людей земля. Из пункта А обратно по кругу в пункт А. Тащит людей земля. Из пункта А обратно по кругу в пункт А. Теперь все вместе припев. Тащит людей земля. Из пункта А обратно по кругу в пункт А. Тащит людей земля. Из пункта А обратно по кругу в пункт А. Спасибо.